Ребята, привет! Это Босния и Герцеговина. Недалеко от черногорской границы находится ресторанчик «Студенас». Он находится на реке Требешница. Очень уютно, прохладно, не под жарой, под навесом, возле водички. Есть детская площадка, где можно детям поиграть, а мы можем поесть. Давайте посмотрим, что здесь за меню. Здесь цены находятся в конвертированных марках. Цены образуются, делите на половину. Значит, 8, значит, выходит 4 евро. А есть холодные закуски, есть горячие, есть рыба, мясо. Есть также котлетки, это плесковицы, есть чевапы, это колбасочки с фарша сделаны, гарниры, салатики и напитки. Где находится именно этот ресторанчик, вы можете посмотреть под видео в описании, где находится этот ресторанчик. А сейчас вам покажу ресторан. Пойдемте. Вот так можно посидеть в ресторанчике, покушать. Есть мельница. Люди все кушают, заранее заказывают столик, чтобы сюда можно было прийти и покушать. Вот такой шикарнейший вид. Людей много, все местные приезжают сюда покушать, и, конечно, иностранцы. Как я вычитали в блогерах, в интернете, нашли вкусные ресторанчики в городе Требени. Здесь можем выбрать себе рыбку на свой вкус. Здесь плавает рыбка форель. Есть 4 бассейна, разделена рыбка, скажем так, 200-300 грамм и 400-граммовые рыбочки. Территория очень большая. Каждый второй стол резервирован. Пиво. Очень интересно называется. Видите, нектар. Пиво называется нектар. Есть детская площадка, где детки могут поиграть. Есть также здесь есть номера, где можно остановиться, переночевать. Еще раз повторю, ресторан называется «Студенас». Пойдемте посмотрим детскую площадку. Пока мы кушаем, где дети могут поиграться. Это важно, кто знает, у кого есть дети, что это нужно. Так, с детской площадкой что у нас есть? У нас есть качели. Также тут парковка есть, удобно можно доехать. Есть такая вот качалка и лошадка. Есть горочка, лазилка. Ограждение, чтобы ваш ребенок не пошел к реке. Уютно. Пойдемте посмотрим, что люди едят. Это нас же больше интересует. Территория хорошая. Здесь идет третий зал, где на улице возле речки можно покушать. Тут находится 5 столиков в округе. Очень уютный, красивый ресторанчик. Рыбка. Вот, я дождался, принесли нам как раз обед. Здесь находится угорь, называется егуля. Здесь находится венский шницель и находится кородёрджевое шницло. Это свининка отбитая, внутри ставится прошут, каймачок и в сухарях запечённые. Очень вкусно. Подписывайтесь на мой канал, ставь лайк,
и смотри мои эфиры. До новых встреч! Вкуснятина!